В Приморском крае сотрудники органов внутренних дел регулярно проводят мероприятия по выявлению и устранению наркографити. К участию в этих мероприятиях все чаще привлекаются представители институтов гражданского общества. Это студенты, школьники, волонтеры, члены добровольных народных дружин и общественных советов. Надписи, нанесенные краской на стенах зданий и сооружений, являются прямой рекламой интернет-площадок по продаже наркотиков и психоактивных веществ. Очередной такой рейд прошел во Фрунзенском районе Владивостока. В нем участвовали сотрудники управления наркоконтроля, представители городской администрации и управляющих компаний. Мы призываем граждан внимательнее относиться к фактам нанесения вредоносных надписей. Своевременное обращение в полицию поможет предотвратить совершение преступлений. А всего с начала этого года в регионе выявлены 1295 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психоактивных веществ. Своевременная реакция и внимательность представителей гражданского общества к вопросам противодействия наркорекламе способствуют не только снижению доступности наркотиков, но и числа наркозависимых граждан. С начала этого года в регионе сотрудники полиции выявили и пресекли 1295 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психоактивных веществ. Правонарушители привлекли к установленной российским законодательством ответственности. Что делать человеку, если он обнаружил наркографити? Прежде всего, сфотографировать надпись или изображение. Запомнить или записать адрес здания, сооружения или ближайший ориентир. Направить изображение в раздел «Прием обращений» на сайте Управления МВД России по Приморскому краю, указав название населенного пункта. Если недалеко находятся места пребывания детей и молодежи, детские сады, школы, спортивные сооружения, нужно сделать пометку, например, «Рядом музыкальная школа» или «Рядом клуб». Всего за три дня проведения рейдов в регионе устранены 64 надписи с рекламой наркотиков. За пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц это 5000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – уже до 1 000 000 рублей. Полиция рекомендует собственникам зданий внимательнее относиться к надписям на стенах для нашего общего блага.